Местные жители села Ужалье борются с незаконным вывозом песка. Причем его разработки ведутся таким образом, что под угрозой обрушения оказываются жилые постройки. А враг расширяется именно в сторону деревни. Напуганные сельчане стали обращаться в органы власти. В середине октября сотрудники Министерства природопользования и экологии Рязанской области провели проверку и установили факт самовольного пользования недрами, даже составили протокол об административном правонарушении. Однако, по словам местных жителей, работы по вывозу песка отнюдь не прекратились. Иногда машины могут стоять возле дома и, значит, долго стоять непонятными каким-то, значит, фактором. Может, они технику ждут, может, они угрожают. Рядом с водителями частенько сидят сопровождающие, вероятно, для разрешения каких-то конфликтов. Ну и по внешнему виду, если вот сельчане иногда просят остановиться, объяснить ситуацию, кто они, откуда, ну, в буквальном смысле не реагируют, ведут себя, ну, как бы нагло, ну, буквально как бандиты 90-х годов. По словам местных жителей, территория в окрестностях села Ужалье имеет археологическую ценность. Эта местность числится на археологической карте России, и любые раскопки здесь прежде всего должны вести историки и археологи. Расширяющийся песчаный овраг также угрожает и здешней дороге. Возможно, что если незаконный вывоз песка продолжится, то по ней вскоре не сможет проехать ни сельскохозяйственная техника, ни многочисленные туристы и рыболовы. Ведь место здесь, по словам старожилов, в прямом смысле слова «рыбное». Чтобы спасти первозданную красоту и остановить разграбление песка, сейчас жители села Ужалье собираются обращаться в прокуратуру.